Нет попкорна, пронумерованных рядов и репертуар, определяет начальство. Но есть большой экран, удобные стулья, да и билет покупать не нужно. Поход в кино – подарок от руководства за хорошее поведение. Поработал по-стахановски, получи поощрение. На самом деле тут это шикарный дело у нас был. Кинозал, он достоин. И я думаю, что немногие могут похвалиться таким кинозалом, который есть у нас в учреждении. Победители трудовых соревнований, спортивных мероприятий, либо осужденные, соблюдающие режим и не допускающие нарушений. Тематика фильмов у нас разнообразна. Это научно-познавательные, исторические, художественные, спортивные. Просмотр фильма на широком экране позволяет отвлечься осужденным, напитаться положительными эмоциями. А где чей ряд, и так понятно. Здесь свои законы, и в кинозале они тоже действуют. Сами заключенные задумкой руководства вроде бы довольны. Но пожелания, хоть и с осторожностью, но все-таки высказывают. Звук, нормальная, благоприятная обстановка, можно попить чай. Я думаю, что это хорошо. Хочется, конечно, если это будет возможно, увидеть фильм 3D, почему нет? Руководство уверено, что кинозал станет еще одним методом перевоспитания. Сеансы идут каждые выходные. За неделю у осужденных есть возможность заработать поход в кино. Какой фильм будут показывать, расскажут афиши. Здесь они тоже, кстати, есть. Попкорном заключенных, конечно, кормить никто не станет, но вот кое-какие изменения кинозал в колонии строгого режима все-таки ждут. Руководство колонии обещает подумать над предложением осужденных показывать фильмы в 3D. Сейчас нужно отработать эту систему, а уж потом можно модернизировать кинозал. Есть у начальства еще план, и как можно поощрять послушных осужденных, но это пока секрет. Мария Дудник, Дмитрий Корнилов, новости, 7 телеканал.